Движущая сила экономики. В Энгельсе прошел третий ежегодный форум предпринимателей «Бизнес-мост Саратов-Энгельс». В рамках мероприятия собравшиеся обсудили основные вопросы развития предпринимательства в регионе. По словам президента торгово-промышленной палаты области, устойчивость бизнеса играет большую роль в развитии экономики региона. Но реальная проблема – это теневое предпринимательство. Из-за него бюджет региона теряет средства, поскольку налоги в казну не поступают. Я вот так считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я не могу подменять, и торгово-промышленная палата никогда не будет подменять ни оперативные, ни следственные службы. Здесь помогают и общественники, и за общественные палаты. Мы обнажили эту проблему, мы ее показали. А кто там занимается крышеванием, какие криминальные структуры в этом замешаны, для этого есть специальные органы, и они ведут свою работу. Подняли на форуме и вопросы поддержки начинающих предпринимателей. Им необходимо оказывать всестороннюю помощь, в том числе и финансовую. По словам молодых бизнесменов, они часто сталкиваются с тем, что банки очень долго рассматривают заявки на выдачу кредита. Поэтому Россельхозбанк создал ряд предложений. Это быстрое решение, это продукт микро, это продукт оптимальный. По данным продуктам сокращен срок рассмотрения кредитных заявок, сокращен перечень требуемых документов. В рамках мероприятия подвели итоги конкурса молодежного предпринимательства «Яркая бизнес-идея». В финал вышли 9 проектов. А лучшими стали идеи студентов, направленные на развитие кролиководческой фермы, спортивно-развлекательного комплекса и производства бумаги из соломы.